Все случилось в считанные секунды. Запах гари в салоне, затем один за другим, набирая силу, заплясали язычки пламени. 23-я маршрутка, которая двигалась по улице Кирова, загорелась. Водитель микроавтобуса Ford Transit Сергей Григорян сумел мгновенно сориентироваться. Несмотря на полученные ожоги лица и руки, открыл входную дверь и вывел пассажиров. Затем приступил к локализации пламени. Благодаря его действиям никто не пострадал. Загорелось. Вышел, стал тушить огнетушителем. Варианта нету. Несколько секунд машина в таком состоянии. Никогда не подводила, никогда ничто. Жалко, машина хорошая. Миллион на ветер. Но потушить горячий автомобиль не получилось. Слишком сильно бушевало пламя. На помощь приехали два пожарных расчета армавирского гарнизона, которых вызвали очевидцы. Огнеборцы приехали в считанные секунды и сумели потушить пожар. Проведенной проверки, осмотра места происшествия, опроса очевидцев, предварительная причина возгорания могло послужить короткое замыкание электропроводки либо в аккумуляторной батарее, либо в усилителе автомагнитолы. Версия будет еще проверяться. По данному факту ведется административное расследование. Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».